Красноармейский научно-исследовательский институт механизации основан в мае 1947 года по распоряжению Совета министров СССР на базе Софринского полигона как конструкторское бюро 3 для разработки реактивного вооружения. Наиболее значительными работами КБ-3 стали авиационный реактивный снаряд АР-160 и реактивные гранаты ближнего боя для гранатометов РПГ-7. Последняя работа удостоена Ленинской премии СССР. Расширяется круг задач. Проводятся работы по тематике снаряжения боеприпасов и изготовления твердых ракетных топлив. В 1958 году предприятие получает статус НИИ-4. В 1964 году институт назначается главным предприятием в области снаряжения боеприпасов. По этому направлению институтом совместно с предприятиями-разработчиками отработаны и переданы вооружение армии более 900 образцов боеприпасов. Разработаны принципиально новые методы снаряжения, не имеющие аналогов в мировой практике, а именно: порционное прессование мощных взрывчатых веществ в камеры боеприпасов с повышением их эффективности в 1,5-2 раза и прецизионные способы прессования кумулятивных боеприпасов, обеспечивающие увеличение бронепробития более чем в 2 раза. Разработка технологий изготовления пластичных и эластичных взрывчатых веществ, а также объемно-детонирующих систем обеспечила создание новых перспективных систем вооружения. В рамках технического перевооружения боеприпасной отрасли институтом разработано и внедрено более 250 механизированных и автоматизированных производств, линий, участков, 600 единиц современного оборудования, 1750 автоматов и приборов контроля. В 1970 году в институте создается проектное отделение, специалистами которого за годы существования разработаны сотни проектов производственных зданий, объектов соцкультбыта и инфраструктуры для предприятий отрасли. В 1977 году институт приступил к выполнению тематики по промышленным взрывчатым веществам, а в 1983 году назначается главным части разработки изделий из промышленных ВВ и технологии оборудования для их производства. Наиболее значительные работы в этой области – создание ряда новых производств промышленных взрывчатых веществ на заводах отрасли, внедрение автоматических линий нумерации патронов для учета взрывоопасной продукции, разработка серии изделий для сейсморазведки и контурного взрывания. Для ликвидации дефицита водоустойчивых взрывчатых веществ, используемых в горнорудной промышленности, разработана серия смесительно-зарядных машин и развернуто их производство. В целях обеспечения безопасной перевозки взрывчатых материалов различных классов разработаны и изготовлены три вида спецавтомобилей. В конце 80-х годов институт приступает к решению проблемы утилизации устаревших боеприпасов, а в 1992 году назначается главным предприятием России по этому направлению. В рамках государственной программы утилизации разработаны уникальные технологии извлечения взрывчатых веществ из камер боеприпасов. На их базе созданы и сданы в эксплуатацию как стационарные, так и мобильные комплексы расснаряжения и уничтожения боеприпасов.
а также дистанционного обезвреживания взрывоопасных объектов. Решена задача вторичного использования извлекаемых взрывчатых материалов. Разработан ряд новых составов промышленных ВВ. Созданы технологии и оборудование для их производства. Разработанные Институтом технологий и изделия широко используются для разделки устаревшей военной и гражданской техники, ликвидации лесных и степных пожаров, создания искусственных водоемов и разрушения зданий и сооружений. В последние годы новым направлением в работе института для выполнения международных обязательств государства является работа по созданию технологий и оборудования для уничтожения сложного химического оружия, включающего в себя не только отравляющие, но и взрывчатые вещества. Работа является пионерской. Институтом создана линия уничтожения таких боеприпасов, обеспечивающая полную промышленную и экологическую безопасность. По конверсионному направлению наше предприятие выпускает целую линейку уникальных товаров народного потребления. Для оздоровления трудящихся в 1968 году открыт свой санаторий-профилакторий вблизи реки Воря. С 2000 года профилакторий, оснащенный современным оборудованием, функционирует на территории института. Не забыты и ветераны, организация которых насчитывает сейчас 1300 человек. Многообразны стороны ее деятельности. Решение социальных вопросов, организация досуга, адресная материальная помощь. В настоящее время институт – многопрофильное научно-производственное предприятие, обладающее мощной научной и производственной базой и кадрами высококлассных специалистов. Работы института по созданию образцов военной техники и гражданской продукции получили высокую оценку Родины. 37 специалистов удостоены звания лауреатов государственных премий. 1838 сотрудников награждены медалями и орденами СССР и России. Разработки института отмечены 22 дипломами и медалями международных и российских выставок. Высокий уровень разработок подтвержден многочисленными авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.